В Славянском районе в прошлом году участниками программы «Земский фельдшер» стали два специалиста. В этом году станции скорой помощи станиц Анастасиевская и Петровская пополнились еще 5 фельдшерами. Одни из них – супруги Вельмошко, Максим и Светлана. Работать начинали в Краснодаре, потом в Славянской ЦРБ. А теперь, став участниками программы, перебрались в село. Работают на станции скорой помощи станицы Анастасиевской. Программа «Земский фельдшер» нужна, потому что… Если даже брать вот молодое поколение, да, многие идут после колледжей, после институтов работать, но, скажем так, не всегда есть возможность приобрести жилье. А тут, во-первых, и постоянное место работы, и стимулирующая выплата, которая позволяет это сделать. Медики благодаря программе получили по 500 тысяч рублей. Деньги собираются потратить на приобретение жилья. Программа «Земский фельдшер» будет продолжена и в следующем году. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, программа «События».